Всем доброе утро. У нас, вон, видите, что? Чужой машина во дворе. Это у нас Саша, Колиной сестры муж приехал. Бетономешалка надо. Там. В общем, и они сейчас пытаются ее достать, блин. Там же, чтобы ее достать, нужно выгрузить половину вот этого сарайчика. Вон что. И косы, и там трактора, все надо. И шлакоблочницы, все на кучу. Вон. Пытаются вытянуть с самого края бетономешалку. Класс. Ага. Там колеса застряли. Утро начинается с бетономешалки. Вот такой Коля вышел, такой кофе начал. Не, я встала в 7 утра. Вот. Меня будильник разбудил. Забыли вчера выключить будильники. Будильник разбудил, встала в 7 утра. Кот. Кс. Ёшик. Ёшиндер. Лежит, наблюдает. Просто лежит, наблюдает. Ты не боишься, что тебя растопчут, а? Ты не боишься? Ай! Ты, я тебя сейчас укусю. Блин. Скажи, не трогай меня, видишь, я просто лежу. Собака такая. А вот встала все утра. Я говорю, Коль, ты что, встаешь? Он говорит, да не, давай еще часик поваляюсь, разбудишь меня. Я говорю, хорошо. Вот сама пошла, он там села. Себе кофеечек пью на этой, на лавочке. Так классно, солнышко пригрело. Сижу себе, мечтаю. Вот выходит Коля. Говорит, ты что меня не разбудила? Я говорю, а что? Говорит, так уже 9. Я что-то, я не знаю, так время как-то быстро пролетело. Даже не заметила. Я даже чашку кофе не допила. Вот. И это самое. Оп-оп-оп. Тоже уже Саша позвонил за бетономешалку. Вот Саша. Сейчас будут они пытаться. Мы думали на рыжухи отвезти. Ну, мы на рыжухи уже возили. Саша говорит, а нет, давай, говорит, заднее сиденье поснимаю, то на это, на его машине отвезти. Ну, давай попробуем. Как она там влезет. Нет, ну у него, в принципе, та глубина хватает глубины. У нас на рыжухе мы саму вот эту вот железку, саму не барабан, а вот эту вот железку клали наверх, привязывали, а барабан клали в багажник. Вот. Ну, понятно, что торчало, но вести можно было. А вот как Саша, я не знаю, как он потарабанит ее. Ой, красота на улице. Роса такая классная. На розочках. Вот. Ой, как красиво, прям бархатные такие. Бархат, бархат. Я, наверное, с утра тихо разговариваю, да? Придется видео угромчать, громче делать. Что я могу сделать? Так, так оно с утра мне разговаривается. Красотулечка. Красотулечка. Вот это красивое, смотрите. Именно с этими, с капелечками. Такая она мне как восковая кажется. В моем детстве были из воска или из чего, или из парафина, не знаю, фигуры разные такие продавали. Ну, это в одно время было очень популярно. Свечки там в форме всяких разных там фигур. Розы были, там красивые там девочки, я не знаю, ну такое. Гномики, ну всякое разное. Вот, и мне вот что-то оно так похоже на вот эту фигуру восковую. Что не могу передать, как это классно. Ее Шкоду пьет. Пнет. Скажи, да, я пью воду. Ой, смертельный номер. Господи, хоть бы ничего не там не поломали в той машине.
Может, вот эти там влево тушки. Что сломается бетономешалка. Незаметно, понял? Ой. Тихонечко ее положить. Тихонечко. Так, оп. Все. А вот та железка не отвалится, Китя? Так, а вот это что? Мотор? Нет. Нет. Что, все, за это самое у вас? Да. Засунулось. Ну, неплохо, если ты сунулся, а я тебя назад завезу. Не хочу так. Не хочу. А, это еще там выгрузить еще надо, если что. Ну, давайте. А что, так и поедете, вот это будет открыта штука? А она не хлопнет потом, чтобы... Ну, смотрите, чтобы не хлопнуло и не поломалось ничего. Ну, я тебе тогда прикрою забор. Ну тут недалеко, они до мамки везут ее. И тут мы все рядышком. Фу, все, очухали. Наша бетономешалка, где она уже только не была, где она только не каталась. И по нашим работам ездила, и там знакомые у нас брали. Сколько уже у мамки перепахала. Хорошая вещь эта бетономешалка. А по Колиным работам, да? Сколько она проездила. Ого-го. Боже, какая сегодня погода классная. Речка такая. Красота. Да. Только из этих всех деревьев все равно позарастало. Ладно. Закрываем воротики. Идем пить дальше кофе. Вон какая зеленая муха сидит. А, улетела. Оп. Жук. Вот. Идите, выходите, звезды, господи. Мами же закрыли нас. Закрыла нас, не понимали, что происходит. Что где вообще происходит, все такое, что случилось. Почему нас закрыли, почему нам не дали посмотреть, кто приходил. Ну, они видели, что Саша приходил. Нюхает, нюхает. Так, надо понять, провести расследование. Что вывезли из дому? Что вывезли из дому? Сейчас мы быстренько разберемся. Следопыты, елки-палки. Пошли нюхать. Ой, же смешные, а. Две рыжие жопы. Погнали. Так, все надо обнюхать. Кто куда что унес, кто куда что увез. Капец, пошла им насыпать кушать. Они уже кушать хотят. Звездочки рыжие. Все. Собаки жрут. Нормально выгрузили? Кушают. Да, нормально. Выгрузили. Все, классно, доехала. Так что в Славуту тоже залазит мешалка, ядрен батон. Кто не знает, да. И тоже так неплохо залазит, даже лучше, чем Жигули, ё-моё. О, да, так что, так. Так, а вот и Джесикина еда. Это у нас получается кашка с этим, с горловиной, вернее, кадычок. Видите, тут их ящики есть, и мяско. Вот. Ну, что-то я сегодня перебахала, много слишком сделала. Вчера я так и не закончила видео, да? Тут сок закатали еще. Короче, вчера много чего еще сделали, я потом покажу. У нас утро утреннее, пока наши песели доедают. Джессику кормить нельзя, потому что сначала наши идут гулять. Вот я хвостом махали. Вот, а потом уже Джессика. Наших закрываем дома и выводим Джесси. Жопа. Довольные. Что, все? Идете гулять? Давай делать делишки. Давай. Давайте. По Шурику побежали, аж до конца туда побежали. Бегом. Давай. Давай, недовольная с дамочкой. Иди, я смотрю. Давай,
И бабу Еву пропусти, ту стала на дорожке. Не пройти, не проехать. Все, пошли. Молодцы. Все. Они делают свои грязные делишки. А мы не будем за ними подсматривать. Все, сейчас они придут с прогулки и поведу Джессику, вернее, дам ей покушать и поведу ее на прогулочку. Что, сидишь? Сижу. Вот воскресенье у тебя хорошее, да? Ага. Ни минуты покоя, ни секунды покоя. Что же это такое? Что же это такое? Так, идем Джеську кормить. Вот, блин. Оп. Блин. Удобно. Двери закрывать. Где она, звезда? Джесси. Идем. Тут девчата спят. Идем кушать пекон. Иди сюда. Иди. Скажи, что такое? Еще рано. Что за меня воскресенье так рано будете? Джесси. Иди кушать. Давай. Давай, давай, давай. Джессичка, иди кушать, бегом. Она вчера простоволосилась у нас, молодец, девочка, написала. Иди сюда. Иди кушай, не бойся. Я ж тебя вчера не ругала, глупыша. Но она понимает. Она там в комнате, а там где баночки, вот там вот взяла и написала. Ой, ладно, сейчас отнесу эту штуку, приду. Бегом, 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 Джесси. Иди кушай. Ну так, молодец. Кушай, кушай. Кушай, не бойся. Тоже мне звезда. А понимаете, я вчера такая... Уже не буду тут повторять, сейчас выйду и расскажу. Идем, махали-вали. Махали-вали, махали-вали. Кушай, кушай, давай. Кушай, потом приду за тобой гулять пойдем. А вчера, получается, мы же замахались этой самой, как ее... Джессика, короче, привыкла ходить в туалет по несколько раз. Даша ее вывела в обед. И, ой, и пошла ее. Она говорит, так хорошо пописала, много вроде там то-сюда. Вот. А она ж как привыкла. Раз села, второй раз села. Вот. И вот таким вот образом, блин. Я когда ее гулять хожу, то она несколько раз жду, пока пописает. Она ее погуляла, она, видимо, не дописала. Пошла, сделала в комнате там лужу. Ну, хорошо, мы банки уже все убрали, там уже банок не было. Вот я же такая, Джесси, что это? Только вот так вот сказала, и она такая сразу раз, и такая чук-чук-чук-чук-чук. Понимает? Это ж надо. И сегодня тоже же говорю, что, Джессика? Она такая раз ушки пригнула. Да, для наших-то не этот. Был бы не вариант сказать там, ой, что это? Ева, что ты там унюхала? Евся? В общем, собака воспитанная, хорошая. У мамы Джессика вообще очень хорошая собака. Она, куда ты по моим помидорам попёрла? А ты невоспитанная. Зараза такая. Там помидоры растут, что, не видела, что ли? Вот же ж, блин. Ох. Короче, мама Джессика дуже воспитанная. Она, у нее прям умничка, она вот понимает даже слова человеческие. Ты с ней разговариваешь, говоришь, она очень хорошо понимает. Вот. И вот команды все она понимает. Ну, сидеть, лежать, я не знаю, знает она или нет, я не пробовала. А вот типа иди ко мне, там все нельзя, там или еще что, она очень хорошо понимает. Ну, уже старенькая, это еще Джессику, это еще Даша притянула. Когда-то на улице она ее нашла перед Новым годом. Маленьким щенком, то ли выбросил кто-то, то ли я не знаю, как получилось. Но совсем манюсенький щеночек. И что у нее с глазкой было? По-моему, с глазками или с ушками. Ну и короче, в общем... В общем, она ее забрала домой к бабушке. Вот. Она как раз тогда у бабушки была, я тогда работала много, и она частенько у бабушки оставалась. Вот. И, получается, притянула ей на такую красоту. И так она у них и осталась. Это бабушкина любимица теперь, Джессика. Боже, ребята, какая красотища везде. Сейчас напишут, Борья, где вы видите красотищу? А вы смотрите глубже, вы смотрите дальше, товарищи. Вы смотрите не на буряна, а на красивые цветы. Смотрите на солнышко, смотрите на бабочек,
На вот это все смотрите, вы будете видеть красоту. А тот, кто видит именно бурьян, тут того мне жалко, потому что нужно уметь из этого всего увидеть самое-самое главное. А самое главное в нашей жизни это что? Напитаться природой, напитаться красотой. Вот, конечно, сегодня это все Коля будет косить, естественно, кому это надо. Вот. Ну, я стараюсь, уже говорю, что этого особо не замечать. Вот я, например, вижу вот эти вот красивые цветочки. Хотя это я понимаю, что это тоже какой-то бурьян. Вот я вижу эту красивую травушку, мягкую, классную. Она же последняя. Скоро осень, скоро всего этого не будет. А потом зима. Будет сыро, пусто и серо. Да? И скорее нам придется дома сидеть. Вот. Я вижу вот эту вот, понимаете, чувствую. Вот эту вот всю красоту. И мне все равно, что там пишут. Главное, чтобы было мне хорошо, правда ведь? Я делюсь своими ощущениями, впечатлениями, своими чувствами делюсь. И тот, кто понимает, значит, вам со мной по пути. А кто не понимает, ну, что я могу сделать? Всем же ж не будешь мил и красив. Вот такие вот пироги. Все, воскресенье начато, ребята. Начало положено. Бусики накормлены, нагулены. Все нормально, значит, все в порядке. Наша задача понеслась. Наша задача в том, чтобы собаки были не голодные. Чтобы собаки были не голодные и счастливые абсолютно. Вот такие вот, да, молодцы, молодцы. Ты бабу Еву уже задолбала, Боника. А вы говорите, познакомьте сначала Бонику с этой, с Джесси. Да она ж, это ж кошмер будет. Вы же представляете, как она ее будет гонять. А Джессика будет огрызаться, а Ева будет защищать. Ну и все по кругу. Ой.